Этот химический завод в Дзержинске захватили террористы, и теперь силовикам предстоит ликвидировать преступников, да еще найти спрятанные бомбы и обезвредить. Конечно, все это не взаправду. Это тактика специального учения антитеррористической направленности, которые проводят нижегородские силовики. Всего в них задействовано 300 человек и 30 единиц техники, в том числе специальной. Помощь сотрудникам спецслужб – робомашина. Вот робот захватил взрывное устройство и сам везет его во взрывотехническую лабораторию. Дальше наступает черед специалистов, которым предстоит обезвредить бомбу. Взрывное устройство в сумке. Взрывное устройство на основе 82-миллиметровой противотанковой мины. В данном случае имитировалось управление по радиоканалу посредством сотового телефона. Дистанционного управления в телевизоре. Ну, это да, имитация была. Телефон жалко. А мина... учебная, аккумулятор, телефон, детонатор. Ну, в данном случае детонатор, это учебный, детонатор из заряда извлечен. То есть взрывной устройство уже безопасно. Террористы ликвидированы, а бомба обезврежена. Поставленные цели достигнуты. Тактика специальные учения проводились с целью практической отработки вопросов взаимодействия правоохранительных органов с федеральными органами исполнительной власти при проведении контртеррористической операции на промышленном объекте.